Как идет боевая подготовка и строятся новые объекты для вооруженных сил, на Дальнем Востоке проверяет глава Минобороны. Сергей Шойгу прибыл во Владивосток, где сейчас идет большое обновление береговой инфраструктуры. А до этого министр побывал в пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске. Там он заслушал доклады командиров и вручил государственные награды морякам атомной подлодки нового поколения «Александр Невский». Осенью она совершила арктический поход. Глава военного ведомства также проверил, как возводится пирс для новых подводных крейсеров проекта «Борей». По распоряжению Сергея Шойгу, энергетические объекты в гавани должны быть готовы в этом году. Одновременно необходимо подготовить и всю социальную инфраструктуру для военных и их семей. Министру показали уже действующий бассейн и тренажерный зал.